Запад-2013 – завершающий этап. Сегодня в совместных белорусско-российских стратегических маневрах приняли участие президент Александр Лукашенко и глава Российской Федерации Владимир Путин. Прибыв на Гожский полигон, глава белорусского государства прошел на вспомогательный пункт управления региональной группировкой войск, где ему было доложено о механизме и вариантах совместных действий вооруженных сил. После прибытия на полигон Владимира Путина лидеры стран прошли на смотровую вышку, где наблюдали за боевыми действиями. На полигоне было разыграно несколько тактических эпизодов. По сценарию белорусско-российских учений на территорию союзного государства пытаются прорваться незаконные бандформирования. Колонна условных террористов на автомобилях попробовала пересечь госграницу и обойти блокпост. Однако обнаружила себя и попыталась скрыться. По нарушителям наносится ракетно-бомбовый удар самолетами Су-25 и вертолетами армейской авиации. На пути отхода террористов из вертолетов высаживается десант. Ведется огонь артиллерии. После подавления огневых точек противников в бой вступает мотострелковые подразделения. Одна из целей важнейших учений – это совершенствование системы управления. Взаимодействие показало, что мы тоже на правильном пути. Дело в том, что система управления КСОР в разных странах применялась по-разному. И мы тоже выдвинули свою, так сказать, идею, свою версию, свой вариант управления. Вся боевая техника, которая была бросана с самолета, с борта самолетов Ю-76, и которые двигались на полигоне, доказали, что ваши готовы воевать против вооруженных групп. Отличие нынешних учений «Запад-2013» от предыдущих в одновременности действий. На полигоне были задействованы военная авиация, танки, бронетехника. Разведку на местности провели с помощью беспилотников. Главная задача не только проверить новые образцы вооружений, но и на практике в полевых условиях определить эффективность взаимодействия контингентов двух стран. В этом году маневры проходят на территории и Беларуси, и России, и не только на суше. После завершения учений на Гожском полигоне президенты Беларуси и России направились в Калининград на военный полигон «Хмелевка». Александр Лукашенко и Владимир Путин вылетели на одном самолете. На Балтийском побережье сейчас работают наши корреспонденты. Все подробности масштабных маневров сегодня в 9 вечера на информационном канале «Панорама».